появились практически во все ведущие издания, интернет-порталы и не только. Но некоторые из их представителей игнорировали звонки, СМС-сообщения и электронные письма. Другие, мягко говоря, воздерживались от выражения собственного мнения. Однако были и те, кто охотно встретился с нами. Руководитель новостного агентства БНС в Латвии Сигита Кирилка считает, что запрет ретрансляции российского телеканала – это не решение проблемы. Если мы хотим жить в демократическом государстве, то мы никогда не запретим все подряд. Да? И вместо этого я думаю, что нам надо очень-очень быстро и немедленно думать, как мы делаем сильнее вот наши местные русские медиа или медиа, которые предназначены для тех людей, которые хотят употреблять медиа на русском языке. Такое медиа построить без дотации от государства, это очень трудно, и не знаю, где такой инвестор найдется, да, но и в том числе это государственной важности вопрос. Это не вопрос частных медиа, это вопрос государства уже. Сомнительным решение Национального совета по электронным СМИ считает и главный редактор газеты «Неатка Рига». Агита Даукшта уверена, что государство может и должно себя защищать. Однако делать это стоит по букве закона, и чтобы эта защита не повлекла за собой последствия. На этот раз я не вижу абсолютно ясных критериев, почему приостановлен именно этот канал. Конечно же, это дает почву разным радикалам выдвигать какие-то свои новые лозунги и дестабилизировать ситуацию. Это, конечно, неприятно. Глава русской редакции ТВ.нет Андрей Муравьев расценивает запрет как признание бессилия, а также как унижение зрителей и читателей, живущих в Латвии. Это значит, что вы все, ребята, тупые, вы не можете отличить зерна от плевел. Наверное, не все так плохо, и не нужно так уж уничижительно относиться к нашим зрителям и читателям. Иное мнение у бывшего председателя, а ныне члена Ассоциации журналистов Латвии Инги Спринди. Mēs dzīvojam demokrātijā. Tajā pašā laikā, ņemot vairāk to psiholoģisko stāvokli Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir tomēr tā kā uztraukušies par notiekošo, varbūt viņiem tas arī tāds psiholoģisks mierinājums, ka mēs tā kā kaut ko daram, mēs tomēr vērtējam. В свою очередь, председатель Союза журналистов Латвии Юрис Пайдерс напомнил о статье Конституции, которая запрещает цензуру в Латвии. Я не одобряю разного рода запреты и глушение, и такого рода, так сказать, цензурные введения. Фактически, то, что введено, это называется цензурой, которая и статья, сотая статья Конституции Латвии запрещает цензуру на территории Латвии. То есть запрет такого рода является, на мой взгляд, неправильным подходом. Мария Бургарте, Айнар Скрауклес, Первый Балтийский канал.